Всем привет! Сегодня будем выпекать знаменитый торт с одним яйцом, который набрал миллионные просмотры на YouTube. Смазываем сковороду размягченным сливочным маслом. Посыпаем сахаром. Отставляем сковороду в сторону и будем нарезать яблоки. Режем яблоки кружочками. Толщина кружочков примерно около сантиметра, но не больше. Затем вырезаем из яблок семенную коробочку. Лучше всего это сделать такой вот крышечкой от бутылки. Проделала в крышечке дырочки, чтобы воздух не мешал выдавливать. И теперь вот так вот ставим, и легким нажатием пальцев семенная коробочка у нас удаляется. Вот такое колечко получилось. А серединка от яблока осталась в крышечке. И продолжаем повторять процедуру со всеми кружочками. Выкладываем яблочные кольца в сковороду. Замешиваем тесто. Разбиваем в миску яйцо. Добавляем соль, ванильный сахар, оставшийся обычный сахар. И хорошо взбиваем венчиком. Вливаем растительное масло и продолжаем хорошо взбивать дальше. Вливаем молоко, размешиваем. Дальше добавляем порциями муку, заодно просеиваем ее. Хорошо размешиваем, чтобы не было комочков. Когда тесто станет однородным, всыпаем разрыхлитель. Вливаем уксус. Размешиваем. Заливаем тестом подготовленные яблоки. И отправляем на плиту. Огонь включаем самый маленький. Накрываем сковороду крышкой. И выпекаем ровно 20 минут. Прошло 20 минут. Наш тортик уже подрумянился по бокам. Может, у вас уйдет больше чуть или чуть меньше времени. Главное, чтобы вот так вот, когда трогаете тесто, оно не прилипало к рукам. Теперь накрываем тортик тарелкой подходящего диаметра и быстро переворачиваем. Вот так наш тортик уже подрумянился с одной стороны. Теперь перекладываем его на сковороду той стороной, которая была сверху. Накрываем опять крышкой и выдерживаем еще 5 минут. Прошло 5 минут. Вот и все. Знаменитый торт с одним яйцом на сковороде готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.